Вот и все. Вот тебе бабушка верит в день. Что? Пришла беда, откуда бежала. Так что случилось-то? Не все коту вафельница. Ты вафельницу за свою прикрой. Что случилось-то? Скажи толком. Я тебе говорю, любишь кота? Люби кота саночки-то. Семечки закончились? Да. Ну так иди, сходи. У меня тоже. Я не могу. У меня ноги больные. Так разомни ноги-то. Да не мне разомни, а себе. Да и не могу себе разминать. У меня сил не хватает. У тебя нога такая, как семечка. Твердая, даже хрустит. Дура, это протез. Ты мне сейчас погнешь, у меня нога, ноги будут кривые. Ну что ты делаешь? Иди-то, сходи, давай. Я не могу тебе, говорю, я не могу. Я старая, немощная бабушка. А вот ты помоложе меня будешь. У тебя вон, смотри, какая кожа. Пробная. Моя только табуретка шкурить. Так вот, у меня, кажется, кто табуретки протер. Как ты приходишь, каждой табуретке дырка. И ты протерл своими двумя абразивными кругами. Иди давай, сходи. У меня разволновалось, у меня аж давление подскочило. Какое у тебя давление? Какое? Сильное? Насколько? Настолько, что у меня шары через очки вылазят. Прям уже вот стекол нету, одни шары торчат. Вот такое у меня давление. Маша, ну сходи, пожалуйста, я тебя прошу. Ну у меня уже нет никаких сил. У меня кошки закончились. При чем тут кошки-то? А ты не знаешь, да? Что? Кошечка, когда она ложится на больное место, она его лечит. А когда она лечит, она силы додает. У меня 8 кошек на груди подохло. Пора переходить на собак. Сходи, Маша, а то я тебе не расскажу, как Сталина хоронили. Ой, нашла что рассказать. Это недавно было. Ну иди, сходи. Я тебе расскажу, как Ленина хоронили. Как ты расскажешь того, чего не было? Вон, лежит он у мазолеве. Ему 3 кошки на грудь положил, он встанет и пойдет. Что ты несешь? Ты что несешь-то? Ему хоть бегемота на грудь положил, он все равно не пойдет никуда. Про бегемота интересная идея. Надо сходить в зоопарк, посмотреть, есть там бегемоты пожирнее. А в зоопарк она может сходить, а за семечкой она не может сходить, да? Да я не могу тебе говорить, не могу, я слабая, я старая старушка. Мне уже внуков не привозят. А что тебе будет их привозить, потому что ты уже на грудь кладешь себе, кладешь их там. Я теперь знаю, как ты своих 5 мужей пережила. Ты их на грудь себе ложила, пока они все не подохли. 5. Я тебя не слышу. Вот и не надо слышать. Иди, может быть, иди лучше за семечками сходи. Я дома оставила слуховой аппарат. Чтоб сходить за семечками, слуховой аппарат не надо. Так иди через дорогу. Как я пойду через дорогу? Я там пойду через дорогу, меня фура собьет. А я не одетая, и не мытая, и не накрашенная. Так дожди, когда водовозка проедет. Перед водовозкой перебегать будешь, заодно и помоешься. Сходи, ну, и никуда не пойду. Ну нельзя, у меня камни в почках. Удивила. У меня почки в камне. Баба Виолетта, ой, Танюшечка, гордость наша, Танюшечка, красотка, ой, какая стройная, ножки такие стройные, красавица, Танюшечка, сходи с бабушками за семечками. Баба Виолетта, ну, я всего лишь на 10 минут между лекциями домой забежала, не могу, мне идти надо. Вот тварь кривоногая, такая страхолюдина, это ж надо достаться кому-то такая страхолюдина. Подождите, бабульки, а у меня есть 1 минуточка, давайте я скажу, каким вам купить семечек, бабе Лето. Ой, ты умница какая, ой, ты какая молодец, красоточка такая, вот любому мужику позавидую. Да, если мне такая будет жена, да, красоточка такая прям, ой. Алло, чё, лекцию всё-таки поставили? Не могу, бабушка, бежать надо, всё-таки, а? Вот тварь кривоногая. Приходулилась такая, глаза у него, как у креветки, прям микроскоп только разглядеть можно. Так хочется семечек. Я специально себе сделала операцию пластическую. Чего? Для семечек. Губу закатала. Я аппендицит увеличила до 5 размера. Да ты чё? Да.